Как быть со супружеским долгом в период поста, если постится только один из супругов? Да, не надо в этом держать пост, поскольку это должно быть обязательно соглашением. Если нету соглашения, то не надо своего мужа или жену оставлять одну. Нельзя этого делать. Так что в этом не держите пост. Если сам строго постишься, но знаешь, что окружающие тебя не постятся, угощаешь непостной пищей, грешишь ли тем самым? Нет, не грешишь. Надо, значит, молиться за них. Надо попросить Бога за них. Все, следующий вопрос.